Квасан, знаешь, я вот смотрю в этом сезоне матча Ла Лиги и вообще не вижу явного фаворита. Топы постоянно теряют очки. Поэтому в числе лидеров Гранада и Сосьедад. Ну, Саш, ты прав. И все потому, что у всех трех грандов сейчас перестроение. У них у всех есть проблемы. И даже у Барселоны. И победит тот, кто быстрее справится с этими трудностями. И ты знаешь, глядя на игру, я думаю, что в этот раз эта команда станет мадридский Атлетико. Когда, если не сейчас? Квасан, ну не смеши, ну какой Атлетико, да? Несмотря на все трудности, самые большие перспективы в этом чемпионате я вижу у Реала, который играет все лучше и лучше и опережает Атлетико. Именно он станет чемпионом. Да и вообще, я думаю, матрасники потеряют очки уже в эти выходные в поединке с Севильей. Посмотри, даже наши партнеры из MarathonBet фаворитом в этом матче считают андалусийцев. Какой еще чемпион, не смеши. Ссылка на MarathonBet внизу, а теперь я докажу Васанту, что чемпионом в этом сезоне... Молодые люди. А вам не кажется, что вы что-то забыли все-таки? Действующей чемпионкой Испании является Барселона. Никуда не делась она, в общем, не потеряла никаких игроков важных. И мне кажется, я найду 5 причин, чтобы объяснить вам, почему именно Барселона станет чемпионом в этом году. Ой, уверен, Василий? То, что я найду, то я уверен. А вот станет или нет, ну, если не станет, в крайнем случае, я вас сейчас съем. Чемпионом Испании в этом сезоне станет Атлетико. Во-первых, потому что сейчас лучший с 2014 года шанс для Симеона повторить триумф. Ведь оба соперника находятся не в лучшем состоянии. В Реале после провального сезона глобальная перестройка. Зидан пытается поставить игру, ну, без кучи навесов, но пока не получается. В Барсе же все думают только о Лиге чемпионов. Очередное испанское золото, такое чувство особо никому не нужно, даже Месси. Может, поэтому так легко и потеряли очки с той же Осасуны и Гранадой. А Атлетико возьмет то, что в этот раз плохо лежит. Первая причина заключается в специфике самого чемпионата Испании, специфике нынешнего сезона. Чемпионат Испании — это иерархическая такая вещь. Испания — монархия. Здесь абы кто чемпионом не становится. Здесь Лестеров не бывает. Поэтому нужно сказать, эти команды, которые в принципе имеют такую традицию и такие амбиции. Среди них нет команды, которая 100% могла бы претендовать на ровное прохождение дистанции. Это касается Реала, который не укрепился как хотел. Это касается Атлетико, который находится в состоянии реконструкции. Ушел лидер, и не один, кстати говоря. Поэтому самое главное, что сказать о чемпионате Испании в этом году, здесь чемпионом становится некому. Вообще некому, но кто-то же станет. Чемпионом станет Реал. И первая причина – уже сейчас мадридцы снова превращаются в команду, которая дает результат даже без хорошей игры. Фирменное качество Зидана, которое всегда бессило соперников. И посмотрите, что происходит. Зизу меняет команду. Проблем много, но Реал все равно в лидерах. Это признак чемпионского коллектива. А что будет, когда игра наладится? При этом уже в матчах с сильными Севильей и Гранадой мы временами видели классное командное взаимодействие. Через пару месяцев этот Реал будет в полном порядке. Вторая причина – самый сильный прогресс. В прошлом сезоне мы видели, что Атлетико нужны серьезные перемены. Старый костяк уже не тянул, и летом матрасники буквально переродились. Они провели мощнейшую трансферную кампанию. При этом футболисты куплены физически сильные и подходящие под стиль. Эрмосо, Филиппе, Лоди, Трипьер и остальные. Они хороши в обороне, но заметно креативнее ушедших игроков в атаке. А команде Семена в прошлые годы как раз немножко не хватало впереди. Сейчас эта проблема будет решена. Говоря о второй причине, я должен объяснить, почему в первой я не сказал ни слова о Барселоне. Потому что Барселона – действующий чемпион Испании. Когда чемпионом становится некому, как правило, наибольшие шансы на то, что прежний чемпион свои полномочия сохранит. Это как с выборами президента в Америке. Понимаете, некому быть, некому бороться. И поэтому, скорее всего, даже такой придурок, как Трамп, скорее всего, останется на второй срок. Поэтому с чемпионством ровно та же самая ситуация. У Барселоны есть, во-первых, состав, который существенно не менялся. Есть ресурс, по которому команда строится. Есть самое серьезное усиление среди всех. Отчего же она должна вдруг потерять свое чемпионство? Вот этого самого бесчемпионном сезоне. Вторая причина – состав и возродившиеся лидеры. После прошлогоднего провала почти все главные игроки великого Реала Зидана снова в форме. Бензема, Марсело, Казимира – опять одни из лучших в мире на своих позициях. Рамос, Варан – по-прежнему суперпара центрбеков. А пришедшие новички классно разнообразили команду. Азар набирает форму и точно станет одним из главных игроков клуба. Ферлан Менди надежно держит фланг и мотивирует Марсело быть лучше. Родриго и Винисиус получили шанс, сразу принесли победу. По составу Реал снова очень хорош. Третья причина – оборона. Мы видим, что все три фаворита теряют очки. И я считаю, чемпионом станет тот, у кого лучшая защита. Но у Барсы прошлый сезон был худшим за долгое время по пропущенным мячам. А в этом куча работы у Тер Штегена. В Реале у защитников эпидемия травм и постоянная ошибка. А еще и с Куртуа непонятно, что происходит. А вот у Атлетико образовалась надежная пара центрбеков – Савич Хименес. А под ними сидят Эрмосо и Филиппе. Появились крутые фулбеки. А Облак вообще выдает невероятные матчи и сейвы. Это снова лучшая оборона в мире.
Главная причина, почему Барселона станет чемпионом, это наличие в составе Месси. Дело не в том, что Месси делает всю игру. Дело в том, что вокруг Месси Барселона строится. И в этом отношении только у Барселоны есть преемственность среди команд, которые вообще, в принципе, на чемпионство могут претендовать. Кроме того, Месси прекрасно понимает, что должен каждый момент карьеры показывать, что он великий игрок. Со сборной он уже ничего выиграть не сможет. И сейчас в Барселоне он еще и пропустил начало. Короче говоря, им всем нужно нагонять. Поэтому я думаю, что у Барселоны еще и заряд довольно положительный и правильный. Чемпионство – это трофей, мимо которого она пройти не должна. Третья причина – трио Азар, Бензема, Бейл. Потенциально супер-тройка нападения. В Барсе Месси все решает в одиночку, и это в важных играх часто идет во вред. А Гризмана Лео пока не очень принимает, да и Вальверде его как-то странно использует. У Атлетика впереди уже прошедший пик – Коста и Марата, и пока нестабильный Фелиш. А вот Азар, Бейл, Бензема – три равноценно классных игрока. Все техничные, быстрые, с ударом и не жадные. А главное, каждый может решить в сложный момент, что уже было в этом сезоне. Четвертая причина – тренер. И в этом аспекте Атлетико на голову сильнее и Барселоны, и Реала. Вальверде ненавидят фанаты, а он не умеет управлять игрой по ходу матча. И даже многие игроки потеряли в него веру. Зидан тоже взбесил болельщиков. Кажется, сами футболисты сливочных не понимают, как играть – верхом или низом. Бедный Азар сам пока не свой. А вот у Симеона отличное взаимопонимание с командой. Иногда он экспериментирует с атакующим футболом, иногда привычно переходит на контратаки. Команда идеально управляема и дисциплинирована. Четвертая и главная причина, по которой Барселона станет чемпионом – это последний сезон тренера Вальверде. Вальверде критикуем мы с вами, но мы критикуем с вами Вальверде потому, что мы хотим, чтобы Барселона играла лучше всех на свете, потому что у нее лучший в мире футболист, и потому что она много лет подряд, ну, наверное, лет уже 15, это целое поколение людей, которые выросли и смотрят футбол, и которым сейчас уже по 20, может быть. Барселона привыкла держать на свое ощущение, что она авангард всего на свете футбольном сущего. Это не так. Но вот, понимаете, Вальверде тренер сейчас. Он собирал эту команду. Он играет как может, он играет совсем неплохо. Плохо. Он вообще едва Ливерпуль не обыграл в полуфинале прошлого года. Вальверде его последний год – это еще один аргумент, почему Барселона в этом году точно станет чемпионом. Четвертая причина – проблемы соперников и приоритет. Я даже немного расстроился, увидев, как Симеоне использует Фелиша. А обещал атакующий футбол, а просто дал Жоау функции Гризмана. У Диего снова хорошо получается только контратаки. У Барса же без Месси вообще не получается ничего. А ведь аргентинцу уже 32, ему понадобится отдых и пожертвуют Ла Лигой. А вот для Зидана взять испанское золото – дело принципа. И он для этого сделает все, чтобы доказать, что является крутым тренером. Даже Лига чемпионов в этот раз не так важна. Ну и пятая причина – физика и психология. В Барселоне и Реале среди лидеров много ветеранов, которые демотивированы, постоянно травмируются и не дают большой объем работы. Атлетико же серьезно омолодился, и в клубе отличный микроклимат. Никто из лидеров не рвется уходить, нет кланов, нет завышенных ожиданий и давления. А вот на Барсу и Реал и на их тренеров сейчас сыплется просто тонна критики. В Барсе то Дембеле недоволен, то Ракитич. В Реале так и не продали Хамеса и Бейла, не купили Погба и еще куча проблем, которые скажутся на результатах. Пятый и последний аргумент – стабильность состава, слабость конкурентов. Все это, на самом деле, способно точно так же еще и усыплять. Но именно Барселона укрепилась в этом году футболистом мирового класса, который должен утверждать себя на новом месте. Это Гризман. Вот Гризман – это и есть пятый, очень существенный аргумент в пользу того, что Барса выиграет чемпионат. Месси и Суарес уже не молоды. Обоим уже свойственно не то чтобы лениться, но, в общем, короче говоря, их не очень интересует повседневный поминутный труд на команду. Гризман может заменить любого из них в любую секунду, в частности, Суареса в первую очередь, и добавит Барселоне необходимого движения, которое сбалансирует ее игру. Ну и пятая причина – суперротация, которая во многом и помогла Зизу взять три Лиги чемпионов. Помните, в сезоне 16-17 сразу 20 игроков Реала провели на поле больше 1000 минут. Зидан давал отдых всем, даже Роналду. Как итог, победа и в чемпионате, и в Алче. И сейчас начинается то же самое. После матча с Севильей Зизу произвел 8 замен в старте, в следующей игре 6 и дал результат. СМИ сообщают, что у тренера расписан план ротации на несколько месяцев. Это и поможет Реалу снова выглядеть весной куда свежее конкурентов и взять Ла Лигу. Васант, Василий, ну как и какие Барселона с Атлетико? Реал думает только о чемпионстве, Зидан тоже, и он и станет чемпионом Испании. Ну серьезно, да? Если Реал станет чемпионом, я порадуюсь, потому что я болею за мадридский Реал. Но я думаю, что чемпионом станет Барселона. Я ничего не могу с собой поделать, потому что я в этом убежден. А если Барселона станет чемпионом, то порадуюсь я, потому что в этой программе, хоть я и отстаивал Атлетико Мадрид, болею я за Барселону. А кто порадуется за Атлетико Мадрид? Может быть, вы, друзья? В общем, друзья, голосуйте вот тут сверху, кто станет чемпионом Испании и кто из нас лучше защищал свою позицию. А заодно подписывайтесь на канал, на наш и на канал Василия. Ссылка тоже будет внизу. У него выходят там очень крутые выпуски Эгриси, за которые я слежу. И, ну и на наши соцсети. Я буду заходить. Васан Балан, Василий Уткин. Пока.
Да, и Саша Журавлев, если кто забыл. Пока еще жив.